Минувшей ночью в Краснодарском крае упал метеорит. Свидетелями редкого явления стали и иоанновчане. Светящийся объект был виден на расстоянии нескольких десятков километров. Одному из жителей нашего города удалось зафиксировать его на камеру. На кадрах можно четко увидеть светящийся шар. По словам очевидцев, метеорит приземлился в районе села Светлогорское, а звук удара о землю был похож на взрыв. Накануне с таким же явлением столкнулись и жители города Хибин Мурманской области. Все выпуски новостей можно найти на нашем сайте на parregion.ru, а на этом я с вами прощаюсь. Всего самого доброго!